оливковое масло натощак. В чем польза? Каждый, кто заботится о своем здоровье, несомненно слышал о том, что одним из самых полезных среди растительных масел является оливковое. Знатоки уверяют, что его употребление натощак способствует выведению из организма шлаков, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, снижению веса и улучшению общефизического самочувствия. Употребляемое натощак и перед сном, оливковое масло обогащает организм ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и другими полезными веществами. Употребление оливкового масла натощак, это одна чайная ложка за полчаса до еды, способствует снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, его богатый витаминами состав способствует укреплению иммунитета. А благодаря содержащемуся в оливковом масле алиурапину, одна его чайная ложка способствует нормализации кровяного давления. Благотворное влияние оказывает этот уникальный продукт и на костные ткани, благодаря чему оливковое масло часто используют для профилактики и стоматологических проблем. Полоскание им полости рта в течение 10-15 минут до первого приема пищи в значительной степени снижает риск образования зубного камня и появления кариеса. Употребление натощак оливкового масла рекомендуется людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку оно активно участвует в нормализации работы кишечника, желудка и печени. Регулярное употребление этого продукта рекомендовано людям, страдающим частыми запорами, для нормализации стула. Совершенно незаменимым является оливковое масло для беременных и кормящих женщин. Его природный состав имеет много общего с грудным молоком, поэтому оказывает благотворное влияние на формирование и развитие функций мозга у малыша. А целый комплекс витаминов и полезных веществ, содержащихся в оливковом масле, позволяет организму быстрее восстановиться после родов. Оливковое масло категорически нельзя подвергать термической обработке. При нагреве оно не только теряет свои полезные свойства, но и может стать опасным для здоровья. Под воздействием высоких температур в нем образуются канцерогены. Так что жарить яичницу на оливковом масле не стоит, а вот заправлять им салаты и добавлять в другие готовые блюда и можно и нужно. Однако, несмотря на всю научно доказанную пользу употребления оливкового масла натощак, следует помнить о том, что делать это необходимо с осторожностью, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Дело в том, что прием внутрь натощак жирной субстанции – это очень серьезная нагрузка на печень. Кроме того, масло может стать причиной движения камней, что опасно для здоровья.